Всем привет! Хочу показать объект. Приобреталась с нами инвестиционная квартира, была полностью под ремонт. Брали, как обычно, ниже рынка. Вот сейчас я вам покажу, как мы ее освежили, какой ремонт был сделан и, соответственно, расскажу, что мы от этого ожидаем. Ремонтом у нас занимался Артем Борисов. Сейчас он расскажет более подробно, что здесь было сделано. Всем привет. Что было сделано в квартире? Соответственно, были зашпаклеваны, частично заштукатурены стены. Кое-где они вытягивались под маяки. Загрунтовано, поклеены обои. Сделаны натяжные потолки. Повесили новые люстры, соответственно. Заменили все двери. Это межкомнатные. Заменена была входная дверь. Ремонтировал санузел и ванную комнату. Давайте пройдем, посмотрим санузел. Как он красиво у нас сделан. И посмотрим, соответственно, ванну. В ванне было сделано, соответственно, пол мы не трогали. Отреставрирована ванна, нанесена декоративная штукатурка. Все это дело подкрашено, также натяжной потолок, вылили зеркало, освежили шторку, вылили розетку под стиральную машинку, напольный плинтус, кухня с балконом. На кухне сделано, что также оштукатурено, ошпаклевано под обои. Обои у нас под покраску. Собрали мебель, подключили, соответственно, повесили вытяжку, повесили шторы и сделали балкон. Балкон был частично оштукатурен, покрашен, переведен в русский. Да, вот еще хотел бы сказать, специально, когда делали разметку, приобретали кухню, поставили кухню, вот, нашли место для холодильника, ставится сразу холодильник, сразу было сделано под плиту, поэтому, на мой взгляд, квартира, прям заезжай, живи, покупай какую-то мебель, ставь, и все здесь будет нормально. Чего добились? По рынку данная квартира, если ее продавать без ремонта, стоила бы гораздо дешевле, чем мы сейчас ее продадим. Поэтому результат, на мой взгляд, будет налицо. Соответственно, как мы ее продадим, я обязательно об этом вам расскажу. Всем пока! Всем пока! Мы хотим сказать спасибо отличным ребятам, Валерию и Николаю, за то, что наш клиент Татьяна купила такую шикарную квартиру в таком хорошем месте, с таким хорошим ремонтом. И сделка прошла отлично. Без сучка и задоринки. Быстро. Быстро, да. И ипотеку хорошо сделали. Спасибо менеджерам. Банк. В общем, и в удачном все районе, и метраж, все просто отлично, и квартира просто замечательная. Все как вот планировалось, все так и случилось. А мы хотим благодарность выразить Елене. Спасибо. За то, что за ее профессионализм. И сделка у нас прошла аккуратно, быстро и, на мой взгляд, без сучка и задоринки. Большое спасибо. Спасибо. Первый раз у нас такое трудное видео. Спасибо.